Приветствую, друзья! С вами Палыч со своей семьей на канале «Самый клевый». Сегодня со своей семьей выехал в выходные отдыхать на Каму. Решили с ночевой в палатках. Сейчас разобьем лагерь. Вот уже, видите, да? Сидим за столом немножко, перекусываем. Только-только вот приехали. Вот здесь очень хорошее место для купания. Покупаемся. Я еще буду рыбачить, леща. Может, судака половлю. Ночью на спине. Посмотрим. Только с собой тоже взял. Сейчас собираюсь шашлыки готовить, грибочки будем, потом казан-кебаб буду делать на стороне, вечером готовить. Сегодня просто у нас день отдыха. Оставайтесь с нами на канале, отдыхайте вместе с нами. Будет вот так, будет классно. Оставайтесь с нами. Буду показывать, будем показывать, как я рыбачу. Буду показывать, как я ловлю рыбку, если она будет ловиться. Сегодня очень жарко, 35 градусов. Мы поэтому и выехали на выходные. Люди ездят. Вот видите, да, тоже отдыхают. Место очень красивое. Очень красивая. Ну ладно, давайте, будем отдыхать. А пока мы готовим грибочки, шашлычки, мы решили искупаться. Вот у меня любимая женушка картошку чистит для кебаба. Просто готовим. Доченька с племянником купаться решили. Сейчас я тоже пойду купаться. Вот моя любимая девчонка готовит кушать. Ну тут питается или пиво пьет, не знаю. Пиво пьет, наверное, да, доченька? Точно пиво пьет. Так мы отдыхаем, что классно. На природе в это время, особенно когда тепло, на Каме отдыхать просто супер. Просто супер. Верушка! Хватит, хватит, хватит. Остальное оставим на уху. Это ты на что решил? Это сейчас я готовлю просто на кебаб. С мясом буду жарить. Ну попозже. Надо в воде оставить, Верушка, ладно? В этой. Пока у меня милые покупались, а я занимаюсь шашлыками. Вот барбекюшница шарит шашлычки. Ой, запах обалденный. Я еще не купался. Моя отдыхает за столом. А я еще удочки даже не... Я еще даже удочки не раскинул. Сейчас буду раскидывать. Ну, уху собираемся сварить. Пообещал своим родным уху сварить. Не знаю, поймаю, не поймаю. А пока шашлычки. Олег, положи камень. Не надо, пожалуйста. Пошел купаться. Нет, куда ты? Вода теплая. Начинай, надо наложить. Палыч купается. Закинь с разбегу, дядя пап. Пошли, дядя давай. Дядя Олегу. Беги давай, беги. Давай, давай, бегом. Бегом туда. Не могу. Ты смоешь. Ой. Вот почему. Ой, вот. Ты пьяный, что ли, уже? Возможно. Вот мне не нравится. Не, вода классная. Вера, ты смотришь, все нормально, да? О, хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо, да? Пока мои родные отдыхают, вот доченька загорает, читает книжечку, а я решил все-таки закинуть фидера, а вдруг поймаю. Ну, в принципе, мы хотим сварить уху, но пообещал, надо ловить. Значит, что? Я сегодня хочу замесить клубника со сливками, карп сазан. Ну, нацеливаюсь, конечно, на ловлю не сазана, не карпа, а леща. Ну и добавлю, возможно, шоколад. Но пока вот эти две пачки. У меня и кукуруза, как раз клубника. Буду ловить на кукурузу и на опарыша. Вот у меня. Видите, да? Такие пакетики опарыша. Сейчас добавлю часть в пригонку. Ну и, конечно, у меня еще вареная каша вчера. Помните? Которую я варил и показывал. Вот такую кашу. Все. Буду ловить. Сейчас замешиваю. Так, все. Замешиваю я клубнику. Вот один пакет. Замешу пока два пакета всего. Опачки. Жалкая смесь. Запах обалденный. Сейчас лето, жара. Есть, любят сладкие вкусы. А клубника — это самый сладкий вкус для леща. Место для меня новое. Я здесь еще не рыбачил. Вот такая. Здесь и есть крупная фракция. Видите, да? Но я еще сейчас покажу вам. Добавлю сюда, вот, поближе к ней сделать, добавлю сюда перловку, которую я варил. Не все,
вот я добавлю. Так, видите, она что-то создала. Так вот здесь я оставлю, конечно, еще две ловли. Вот так вот. Все, сейчас замочу, то есть, и добавлю туда еще вот такого опарыша. Все, сейчас буду мочить. Правда, в песках. Здесь расстояние позволяет, травы нету, камни. Поэтому площадь я обхвачу. Тем более, никого еще нету, как говорится, буду делать таким образом. Так, раз, да, делаю. Нет. Впереди ночь. Еще. Ой, блин, не воткнуть. Блин. Это что это такое? О, все. Что это там? Да камни. Так, и вот здесь. Пока 4. А пятый подумаю еще. Ставить. Вот таким образом. Все. Сейчас буду. Подготавливать фидера. Кто-то, смотри. Ужик летом. А, это уж. Вот ужик, смотрите. Оля, иди сюда, Оля. Уж, иди. Смотрите, ужик. Ужа, вот. Хотите посмотреть? Вот он. Он к вам ползет. Тихо. Он же кусается. Кусается, да. Не могу поймать. Мам, к тебе ползет уж, змея. Хауш, змея. Вот. Ой. Маленький еще. Я вот это даже поймать не смог. Ой! О, ладно. Он кусается? Да, он кусается. Ничего. Оставим. Это он в воде был? Мартиша. Под коряга. Залез, вон вылазит. У нас пацан искупал-то, сейчас греется. Обиженный, то, что его искупали. А можно покупаться? Вон там вылазит. Конечно, купайся. Иди. Ну прямо. Купался. Тем временем шотлачки у нас готовы. Немножко пережег, но ничего. Румяные, бордовые, зато будут вкусные. Сам не замачивал, покупал Мелоторг. Нормальные шашлыки, мне нравятся. Не успел просто, а так бы сам замочил, конечно. Сейчас покушаем и еще буду жарить курицу. У меня дочка это мясо не кушает, свинину, а она курит, и кушает только рыбу и курицу. Для нее отдельно шашлык сделаю, куриный. Уже супер, запах обалденный. Все у меня отдыхают, ребята, родня. Супер. Красота. Посмотрите, какая красота. Какие города. Супер. Вот. Готово. Сейчас уберем. О, блин. Вот это да. Вот это застрял. Вот это застряло. А где тарелка-то? Ну, вот у меня есть. Сейчас мы сложим сюда. Вот. О, получились. Мясо пожарилось. Мясо давай. Шашлычок. Вот коньячок, как говорится. У нас вино. Настойки. Так что будем под настойки. Много не пьем, за здоровье еще. Но на отдыхе надо. Вот такая красота. Сейчас будем кушать. Пойдем за стол. Ой, вытирается. Мартин, нельзя вытираться. А мы кетчуп-то с вами не взяли. Вот этим соусом. Под майонезом. Только что была первая поклевка. Поймал рыбку на имени П. Вот такую черненькую, слизкую. Ну, рыбаки меня понимают. Ну, первая рыбка есть, уже обрыбился, уже приятно. Ну, я говорю, рыбачу минут 30 только. Надеюсь, поймаю, но уже приятно. Тарабанила, колокольчик. Думал лечь, а рыбка получилась П. Ладно, ловим дальше. Время 5:00. Решили пожарить мясо с картошкой. Вот я уже приготовил здесь картошечку. Картошечку сделаем фри, мясо зажарим, картошечку отдельно пожарим, потом мясо с овощами, с лучком, с морковочкой. Будет классно. Сейчас разогреваю казан, налью подсолнечного масла и сливочного масла. И сперва картошечку,
Потом уберу картошку, мясо обжарю, овощи и морковочку. И будет очень классно. Потом все вместе и потушу немножечко. И будет вот так супер. Поклевки у меня были. Вот на эту, на этот фидер была поклевка. Пока вот тут готовил, бежал, хорошо тарабанило. Дернул, не подсек. В общем, мимо. Опять мимо. Кто-то меня сглазил. Сознавайтесь, кто меня сглазил. Уже пятая рыбалка и ловлю очень плохо. Может, сегодня ночью поймаю, не знаю. Вот тут мы отдыхаем. Пивка пьем. Я вот, ребята, пивка пью пока. Можно. О, красота. Ой, мои любимые тут сидят, все в телефонах. Хорошо, ладно, готовлю кушать. Надеюсь, что у меня кто-нибудь доклюнет сегодня. Обещал, говорю, ухой накормить, пока не получается. Обещание не сдерживаю. Но поймаю все равно. Так. Масло нагрелось. Давайте картошечку фри будем делать. Вот такой сейчас. Картошка у меня поколена. И пошерстена. Все, пока вот так держим. Потом лишнее масло уберем. И обжариваем на медленном огне. Даем обжариться. Сейчас вода лишнего уйдет еще. Картошечку мы пожарили. В отдельную посуду убрали. Сейчас мы туда мясо спускаем. Мясо у нас готово, замариновано. Вот туда мы спускаем мясо. Все, полностью. Добавим немножко масла, сейчас добавлю и обжарю. Вот так вот. Супер. Минут 20 надо пожарить вот. Кусочком. Так, немножко у нас уже практически до готовности дошло мясо. Видите, да? Такое мясо большими кусочками жарю. Так. Сейчас пришло время морковочки сюда. Подойди сюда поближе. Кидаем морковку туда. Поближе сюда, так? Так вот. Давай морковку кидай туда. Вот так. Все. Только морковочку. Немного погодя мы туда отправим лук. Все, пускай немножко постоим и по пожарим морковочку. Давай сюда. Мясо готовится. Мои карты играют. Солнышко ходит, ухаживает. А я сижу, пью пиво. На рыбалке иногда не только надо работать и рыбачить. Друзья, ребятки, нужно отдохнуть. Палыч отдыхает сегодня. Не судите меня строго. О, классно. Сейчас мясо приготовлю. Супер. Конечно, жалко, что поклевок нету. Совсем нету. Время вот уже 6 часов. Ну, в принципе, у нас вот, ну, все говорят. Я с кем общаюсь, с рыбаками. Все, пока на близняками днем практически не клюет. Редкие поклевки, сороги, иногда подлещик. Лещ выходит только ночью. Так что, может быть, ночью что-нибудь поймаю. Но это новое место, я его практически не знаю. Бровка где-то 1,45 м, а потом сразу начинается трава. Странно, потому что зацепляют за траву. Обычно на таком расстоянии травы нету, но вот там водоросли. Но у берега здесь дно каменистое. Я уже вот одну кормушку оставил, порвал. Ну, ничего, человек, он там с правой стороны рыбачит. Вроде бы что-то вижу, что пытается что-то тянуть, но рыбки не вытягивает. Либо мелочь пьет, либо так как тут кормушки проверяет. Так, время пришло добавить лучочек туда. Вот так кидаю туда. Такой я использую синий лук. Не горький, не мариную его. Вот таким образом.
закидываешь и дам немножко обжарить. Сейчас лук даст немножко сока, и будет мясо еще вкуснее. Все. Ну а потом мы овощи, то есть овощи говорю, перец сладкий туда, допустим. Все, немножко размешаем. Вот так. Пускай все немножко зажариваться. Потом мы добавим водички и потушим. Мясо еще не готово. Вот так. Масло добавлять не будем. Достаточно этого, иначе будет жирно. Морковочка готова с луком. Отправляем туда перец сладкий. Обжариваем. Потом помидорки мелко нарубленные. Добавим туда и немножко добавим воды и потушим. Вот такая красота. Картошку мы не добавляем. Картошка у нас в качестве гарнира идет. Делаем мясо острое с отбивочкой. Сейчас главное обжарить немножко овощи. Не надо их пережарить, чтобы они мягкими не отметали. Вот это. Это. Да-да, как можно меньше. Все, добавляем туда немножко помидорчиков. Вот так все. И сейчас мы немножко обжарим минутки две и добавлю воды, послушаем минут 20. Чтобы мясо было мягенько-мягенько. Так, ничего, масла больше не добавляем. Да, наливаем туда кружку, вот такую кружку воды. Отойди отсюда. И кипяточку надо налить, не холодной воды. Все, достаточно лимка. Сейчас мы докроем. И покушаем немножко все это. И у нас практически готово будет. Так. Тушили, сейчас добавим туда немножко зелени. Но зелень не всю, оставим немножко для того, чтобы потом сверху положить. Вот так вот. Вот так вот все. И тоже перемешаем. Огонь немножко большой у меня, поэтому я помешиваю почаще. Обязательно помешивайте. Еще минут 5 подержу, и мясо у нас все готово будет. Супер. Вот такая красота. Закрываем. Все у нас готово. Сейчас будем выкладывать. Немножко так вот убираем. И сверху вот сюда выкладываем мяско. Убираем вот так вот. Вот так вот. Да, все по фен-шую, как говорится. Вот. Так вот. О, мясо уронил кусок. Ес Мартин, да? Так вот. Масло сюда налейте подсолнечного. Ага. Подсолнечного масла грамм 200. Грибы я туда сделаю. Чего? Грибы. Все. Сейчас посыпаем сюда зеленью. Вот таким образом. Лейте, я покажу. Все. Блюдо у нас готово. Вот такое красота. Хватит? Сейчас будем кушать. Да, хватит. Все на стол и едим. Вот, уже у меня уселись, уже едят красоту это, да? Ну, на природе, он говорит, божественное блюдо. Вкусно? Пожалуйста. Вот так вот. Ну, пища приготовлена на природе, тем более в казане. Это супер. Ольга, вкусно? Верушка, пойдем. Мам, садитесь. Берите стул. Садитесь. Сейчас грибочки будут еще готовы. Красота. Кушайте. Приятного аппетита. Всем приятного. Аппетита. Так, так как доченька у нас мясо не кушает свинину, мы для нее персонально жарим, обжариваем в масле шампиньончики маринованные.
Ну, я вчера же мариновал, не свежие. Вот так мы обжарим до румяной желтой корочки. У нас 8 минут кушает. Вот такая вот вся получится на жарком огне. Все супер. Вот такой, такого цвета получается грибочки. Видите, да? Шикарно, да? Все, они готовы. Я их убираю, как масло пускай текет. И доченька мне будет кушать. Вот так. Сейчас туда поставлю чай еще. Уберу кота, мне поставлю чай. Будет суперски. Вечер у нас, 8 час. Поклевок нету. Одна поклевка была. Тащил леща, опять упустил вот на тот крайний. А в ту крайнюю основа обрыв. То есть я две донки убрал с этой и с той стороны. Обрыв, потери кормушек. Ну что, а сейчас вот у нас камни нагрелись. Готова банька. Сейчас мы пойдем в баньку, попаримся немножко и искупаемся. На природе это супер. Если есть возможность на природе изготовить такую самодельную баньку, обязательно делайте это, потому что это просто прелесть. Я тут грею воду, которым черпаком будем поливать на камешке. Уже жарко. Сейчас еще немножко погрею и вперед. Палаточку поставлю, нагреется и будем мыться, париться. Вот так банька у нас выглядит. Вот видите, да, там в люксе поставили один, можно второй поставить, в принципе, и париться. Давайте второй поставим. Вер, второй давай стол. Ну, все удовольствия получат. Чтобы, ну, погреться нормально. Полотенце убери. Сейчас будем париться. Девчонки заходят мыться. Сейчас зайду вместе с ними и буду поддавать. А что будем сейчас париться? Баньки попарились, хорошо так. Девчонки, вон, я тоже покупался, купаются, довольны. Банька сегодня не сдана, не гатана. Камни, в общем, нашли. В общем, пожарили мясо, потом костер пожгли. И как видите, да, вообще супер нагрелось. Ой, какая там жара, вообще классно. Вон, смотрите, о, сразу запотело. Все, вообще классно там, обалденно. Сейчас мы еще раз покупались, еще снова погреемся и попаримся, еще раз покупаемся. Вообще классно. Вечер у нас 8 часов примерно, да, мам? 8 часов. Вообще классно. Комаров пока нет, никто не мешает. Вообще классно. Девчонки купаются. Вообще красота. Вечер всегда на камень очень приятный. Посмотрите, какие высоты у нас там. Обалдеть. Высоко. Метров, наверное, 60-70 кверху. Такие. И вон там. Так, давай гребить березу за первым. Ну что, девчонки, пойдемте греться, пойдемте париться еще раз. Погреемся. После баньки в воду. Красота. Лерска, ты что, купаешься? Ну, наш Альгунчик тоже купается. Красота. Красота. Вот наш лагерь, который мы разбили. Слева машины, будем в машине спать. Мама будет, Зоська, спать в палатке лакированной, а мы с женой в машине. А здесь у нас вот эта банька. Мы на двух машинах. Красиво, да? Шик, обалденно. Но место красивое, правда красивое. Здесь приезжайте с семьями сюда отдыхать, вам понравится. С рыбой пока, конечно, проблема, но я думаю, ночью и буквально недели через две сюда рыба подойдет, и здесь тоже будет наклевать. Обязательно. Но мы приехали сегодня отдыхать. Просто отдыхать. И я с удовольствием отдыхаю. И смотрите, какая красота, да? Какая красота. Обалдеть. Юля далеко ушла. Она там не так глубоко, наверное, да? Все, еще погреюсь и уже выхожу.
пошел в баньку греться. Пошел в баньку греться. Сейчас открою. Как там жарко опять. О, как там жарко. Как там жарко. Ладно, захожу. Вот так сюда. Запотело, наверное, да? Ну, сейчас закрою и попробую попариться, пока еще. Вот так банька внутри выглядит. Здесь у нас веничек. Сейчас вот так и подаем немножко. Оп, оп. Пышки, да? Опачки, пошло. Вот так тихонечко подаешь на камешки. И красота. О, жара. Вот обалденно. Ой, аж бьет всего. Все классно. Сука. Все запотело, извините. Ну вот, наконец-то время без 10:09, и я наконец-то уделяю время рыбалке. А то сидим здесь за столом, то в баньку здесь. Три раза парились, мы ходили купаться туда. Прямо такой сейчас расслабон, вот только сейчас спать. Ну, сейчас рюмочку вина выпью. И потом буду рыбачить. Хочу порыбачить, все равно хочу порыбачить. Конечно, место не очень для рыбалки, мне кажется, пока не клюет. Две поклевки я сегодня видел только. Но опять я и не рыбачил, не обращал на это внимания. Так, ну сейчас вот буду уделять внимание. Вот у меня там поклевка на левую удочку. Все перестало. Чуть-чуть подергал и все. Сейчас он поставил туда стул и буду с фидером этот кормить, пока точку, на ночную точку. А эти крайние просто так пускай стоят. Буду так менять приманку, да в кормушке буду наполнять прикормом. А так буду с одним фидером. Все равно, надеюсь, ночью что-нибудь поймаю. Хочется уже поймать. Прошлую рыбалку меня дождь согнал с рыбалки. Помните, наверное, да? Сейчас. Ну и вот погода наладилась. Ну как наладилась? Она так жарко была. Сейчас просто вот такая тишина становится. Там, правда, работает гренадерка какой-то, немножко шумит, но скоро выключится. Сейчас вот погрузку там сделает, отойдет и все, тишина будет. Теща у меня уже легла в палатку спать, отдыхает, а я вот сейчас поужинаю, выпью и рыбачить. Ну ладно, оставайтесь со мной еще на канале, будем рыбачить. Надеюсь, ночью мы поймаем с вами мордастого крупного леща. Недаром же я прикормку делал для него. Вот про эту рыбку я говорил. Рыба на букву П. Рыбаки знают, о чем я говорю. Вот такая слизкая, скользкая рыбка. Видите, да? Уже третью поймал сегодня. Больше здесь ничего не ловится. Да. Ну ладно. И то, хоть такую. Ладно, буду рыбачить дальше. Друзья, первая нормальная рыбка сегодня. Вот такая сорога на кукурузу, видите, да? Взяла довольно мощно. Взял вот так вот, сейчас покажу. Вот такая, видите, да? Ну, грамм 300, наверное, она такая. Отлично. Ну, вот первая сегодня нормальная рыбка. До этого три рыбки П поймал. Это, ну, и то приятно. Десятый час, где-то без 20:10. Поклевки у соседа там тоже были, но то я только эту поймал. Ну сейчас закидываю, как тоже эту закину также на кукурузу, а те у меня бутерброд, опарыш с червями. Рыбачу дальше. Ну наконец-то я его взял. Большого двушку. Обратите внимание. Желтенький. Блин, как показать вам. Вот не ладит даже в этот. Сейчас достану. О, большой, мордастый, как говорил я, мордастый, вот такой здоровый. Красавец, да?
Красавец, красавец. Ой, как бы вам показать-то его. Вот такой. Это второй у меня. Второй. Классно. Только что вот одного вытащил, сразу второго. Здорово. Иди сюда. Меня фотографируй. То есть меня снимай. Ой, какой сильный-то, а. Вот это. Супер, да? Наконец-то, я говорю, мордастый. Смотрите, дождался я его. Прикормка сработала. Ловил на кукурузу. Все, убираю. Чуть-чуть, но я его, да хорошо зацепился так-то. Вот. Все, убираем его в садок. Закидываем следующую. Утка с уточками ко мне подплыли. Совсем не боятся. Видите, да? Совсем он близко, прямо у этого фидера стоят. Уточку он подальше, а утята вот здесь. Сколько их тут, наверное? 7 штук. Он так близко, близко, близко. Видите, да? Совсем не боятся. Сейчас колокольчик зазвенит, испугаются. Так, вторая поклевка у меня была на этот фидер. Поменял местами. Очень сильно тарабанило, но я подсек и, видимо, промахнулся. Не получилось. Но сейчас вот говорю, вот этими двумя фидерами вот в одну точку примерно кидаю. Шевеление пока есть. Но рыбачу только на кукурузу сейчас. Я думаю, что время только еще даже пол-11. Еще должны поклевки быть. Будем ждать. Все, друзья, одна такая сорожка, видите, да? Вот такая вот здоровенная. Очень классно. Поклевки редкие, но красивые. Дергает, так, блин, даже я говорю, прямо эту удочку сносит. Но приятно, приятно. Сейчас перенасаживаю, ловлю дальше. Но есть поклевки, есть. Рыбачу дальше. Подошел там корабль, и сейчас грузится. Да, мне это клевало, надо
нифига на кукурузу будут таких Время час, поклевок нету. Лещ отказывается клевать. Вроде погода хорошая, все, не ветерка, 15 градусов тепла, все для того, чтобы вот клевать. Никак не могу понять. Но в этом месте тяга очень сильная. Я пытаюсь прикормить одну точку. Вроде бы смотрю, куда кормушка сносится, и там до этого как бы смахивал, дергивал кормушку с прикормом. Но когда насаживаешь кукурузу, либо червя, либо опарыша, и кидаешь в точку, чтобы потом снесло на ту точку правее по тяге, то скорее всего происходит, ну, опарыш, червя точно это коцает очень сильно, и до этого как бы до поклевок дело не доходит. Также, возможно, и кукуруза падает, потому что я уже проверил так. То есть закинул, меня снесло, я это сразу же вытащил, и на крючке уже ничего не было. Вот. Такие дела. Ну, еще часик сижу. Друзья, если не клюет, ветерочек уже начал подавать. Даже это... Светать уже начинает, час ночи уже более-менее светло. Так что воды прибавилось, видите, да, на целый метр. Вот камень у меня был на суше, а сейчас у меня он там в воде еще, наверное, прибавится. Так, что еще хотел сказать. Видите, друзья, какая луна. Здесь кровавая, она внизу была красная, сейчас поднялась, более светлая стала. Ну, полнолуние тоже на рыбу не очень хорошо складывается, на клев. Я люблю, когда луна растущая, и рыба это любит. Следующий уже цикл будет падающая луна. Я думаю, что поклевок будет гораздо меньше. Но радует то, что уже вот июль, и лещ все-таки тихонечко на ближнюю каму поднимается все выше и выше. Так что еще половить можно. Я люблю леща ловить. Но кто его не любит ловить? Поклевочка. Услышали, да, немножко кто-то пошевелил. Не может. Либо сорожка так вот чуть-чуть пошевелила. Либо густера. Ну, если лещ клюет, да клюет. Бабас и все. Вот этот, который вот здесь вот на ежу, он по-другому клюет, вот там тихонечко задевает, так чик-чик-чик, надо бы подсекать, а здесь уже бежишь и поднимаешь за комель удочку, подсекаешь, как говорится. Я не люблю резко подсекать, потому что вижу какие-то люди, которые так хватают, там бубу. Нет, я делаю так, чтобы вот раз, как бы, таким плавным движением кверху поднять. Ну, во-первых, у меня крючки тонкие, чтобы губу у леща не порвать. Ну и
принципе, так и надо подчекать, чтобы как бы раз крючком подчекать, не фидером, а раз крючком. Вот так вот. И хорошо подчекается. Ну, давайте так. Сейчас еще сейчас сижу. Сижу. Если не клюет, буду ложиться спать. Все уже спят. Жена у меня тоже спит уже. Вот, тоже посплю. И часиков в 6, может быть, встану. Посмотрю, может, тоже еще поклюет. Но вряд ли. Здесь я говорю. Что-то тишина. Ладно, давайте. Доброе утро. Посмотрите, какой восход солнца, да? Красота. Только-только встал, поспал немножко. Ночью поклевки прекратились. Время сейчас вот где-то 4:30. Долго мы сегодня не будем. Сейчас немножко еще поработаю. Соберем вещи, лагерь соберем и поедем домой. Отдохнули мы классно. Посмотрю, что сейчас будет. Воды прибавилось очень много. Где-то больше метра еще прибавилось. У меня даже вон садок полностью утопленный. Вот такую сорогу снова взял с утра. Посмотрите, здоровенная. Приятно. Покажу. Оп, шевелится. Покажу ладошки. Смотрите, какая, да? Супер. Приятно. Такая мощная, жирная. Снова на кукурузу взяла. Вообще супер. Ну, мне нравится, нравится. Обалдеть. Супер. Рыбачу дальше, пока потихонечку еще половлю. Еще одна сорожка. Куда пошла? Вот такая. Ну, поменьше, но тоже приятненькая. Такая. Ну, клюет потихонечку. Ну да, это я их оставлю. Сорожки я люблю, мне нравится. Классно. Вот такая вот. Дорогие друзья, все, рыбалка у нас и отдых закончился. Собираемся мы домой. Я фидера уже собрал. Вот последний сейчас соберу. Базу тоже свернули, мусор за собой убрали весь. Сейчас сложим все и поедем домой. Спасибо этому месту, было очень красиво, все было замечательно, отдохнули хорошо. Супер. Рыбка, к сожалению, ногами утром, днем практически не клюет. Поклевки только вот с 10 часов ночи получается вечера. Примерно до 12 часов. Все. И прекращается. Итак, отдельные поклевки. Только сороки. Жалко. Ну, наверное, еще рановато, что ли. Посмотрим. Ладно, спасибо. До новых встреч у меня на канале. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной на канале. Гости, которые приходят на канал, не забывайте подписываться. А то вот просмотров много, подписываться забывают. Ваши подписки развивают мой канал. Не забывайте об этом. А я вам скажу за это большое-большое спасибо. Пока-пока, до новых встреч. С вами был Палыч.